Всем привет, классные! Готовлю блинчики. Муку положила. Да, вот смотрите, какая у меня тарелочка. Вот такая емкость у меня пластиковая. Кстати, классная емкость. В ней можно делать все, что угодно. Салатики, тесто размешивать. Положила муку. Туда, значит, уже молочка добавила. Смотрите, консистенция вот такая получилась у меня. Вот посмотрите, в принципе, комочков уже нету, да? И опять добавляю сюда молочка. Вы также можете воды добавить, например. Ну, конечно, с молочком, знаете, привкусом такой прям приятненький, такой обалденный, я не знаю. В общем, я люблю блинчики с молочком. Для меня они прям вау-вау-вау. Классные. Вышка. Как кто-то скажет. Дальше добавляю сахарку сюда. Все по вкусу делаю. Смотрите, я все делаю по вкусу. Сюда добавляю сахарку. И сюда добавляю соли. Ну, соли, щепотку. Вот смотрите, как видите, да? Щепоточку соли. Также можно подсолнечное масло добавить. Кстати, лучше добавить подсолнечное масло, потому что они такие более румяненькие потом получаются в процессе. Жарки уже. Ура! Спасибо! Спасибо большое! Ну все, добавляю где-то 1 столовую ложку маслица, размешиваю все. И жарим. Получается классные блинчики. Всех хороших игр. Пока-пока! Также можете яичко сюда добавить.